Здравствуйте, уважаемые зрители. Приветствую вас на своем канале. Пришли мне очередные часы. Часы эти заказал по просьбе моего подписчика. Вот он. Это часы Navi Force. Пришли они... Ну, это я уже распаковал, естественно. Вот эта конечная упаковка. Она выглядела так. Часы лежали в пакетике. Все это было, конечно, замотано в пупырочку. Вот такой тугой немножко пакетик. Здесь, собственно, сами часы. Инструкция на английском и на китайском языке. Собственно, как их настраивать, чем им, как им заниматься. Здесь полностью английский. Navi Force NF9024. M for Dream, для мечты или для сна, не знаю. Значит, с одной стороны английский язык, с другой стороны, собственно, китайский. Так, в сторонку. Здесь такая карточка небольшая, уникальный дизайн, написано по-английски, гарантийный талон. С другой стороны написано, что стоит японский механизм, какой, непонятно, и 2 года гарантии батарейки и 30-метровая защита, водяная защита. Ну, не знаю, как насчет 30 метров, но, наверное, от дождя она защищает. Испытывать мы их не будем, потому что есть вероятность, что я это не для себя заказывал. Тем не менее, ну и такая вот упаковочка, совершенно простенькая, пакетик, в которых, собственно, они и лежали. Тоже в сторонку. Собственно, часы. Посылка эта мне шла 17 дней, достаточно быстро. Продавец совершенно сразу, практически на второй день, он их отправил почтой Китая. Сейчас они стоят 1500 рублей. Для начала мы снимем все защитные пленки с ремешка, вот эти вот бирочки. И с оборотной стороны. Итак, начинаем. Снимаем вот эту бирочку. Так. Далее отклеиваем вот эту штучку, пластмасску, она достаточно легко отклеивается. Далее снимаем защиту с ремешка, защелки ремешка, и снимаем защиту ремешка. Этот целлофанчик тоже мы снимаем с обоих сторон. Вот теперь они в исходном нашем виде, эти часы. Как говорят китайцы по их характеристикам на сайте, что это нержавеющая сталь. Само стеклышко плоское, и это, в общем, стекло. Тут я походил по сайтам часовым, конечно, расстроился. Люди вообще не признают китайские часы, считается, что самые лучшие часы швейцарские, японские. Но китайщина — это, в общем, так, для немалоимущих. Мне кажется, что это немножко неправы, потому что, да, кто, наверное, имеет большие деньги, он может позволить себе купить и дорогущие часы. Но здесь, в общем, достаточно приличного качества. Как они ходят, непонятно еще, но это мы посмотрим. Материал стекла Hardlex. Как они написали, Hardlex. Это стекло минеральное,
Оно является стеклом, которое обладает высокой устойчивостью к ударам и царапинам. Ну, часовой, тут, значит, два вида часового механизма. Это кварцевый, соответственно, механизм и механизм электронный. Отображается, значит, как в аналоговом варианте, время. И здесь три окошечка. В левом часы минуты, в правом секунды. Вверху узенькое окошечко, здесь дни недели. Диаметр циферблата 4,6 мм. Они достаточно увесистые, такие тяжеленькие часики. Значит, стрелки покрыты таким красно-оранжевой краской. Скорее всего, что это не отражающая краска. Вот, мне такой расцветки они... Ну, я бы предпочитал все-таки белые стрелки на черном циферблате или наоборот. Но вот по просьбе подписчика заказал именно эти часы. Значит, внешний циферблат, он правильно называется такой базель. Это предохранительное кольцо возле стекла. На нем нанесены деления для тахиметра, собственно, для измерения скорости движения. Достаточно качественно нанесена сама краска. Никаких вроде таких выливаний, либо каких-то кривых китайских рук нету на нем. Внутренний, да, внутри написан тут логотип. Написано Water Resistance. Толщина часов 14 мм. Здесь мы видим кнопочки, собственно, с левой и с правой стороны циферблата. Значит, по порядку, с левой стороны эта кнопочка Light, свет, то есть освещение. Ну вот сейчас мы пытаемся их нажать. Не знаю, будет видно на камеру или нет, но они достаточно в темноте достаточно ярко светятся. Дальше. Это кнопочка мод. Эта кнопочка. Эта кнопочка у нас резет, это кнопочка старт. Соответственно, это головка для подвода, собственно, стрелок. Стрелок часов. Больше никаких. Все кнопочки действующие, все они управляемые. Как настраивать, я вам попытаюсь сейчас показать. Вот этот вот свет. Это вот, значит, таким образом здесь настраивается будильник. Таким образом настраивается секундомер. Вот секундомер. Значит, если нажать на эту кнопочку, хоп, первый секундомер. Вот мы его запускаем, останавливаем, сбрасываем, запускаем, останавливаем, сбрасываем. Далее, если нажимать на кнопочку мод, вот первое показание, это показание будильника. Можно его настроить вот этими двумя кнопочками. Далее, когда мигают вот эти вот циферки секунды, можно настроить с помощью этих двух кнопочек часы, минуты, секунды, день недели, число и месяц. Вот. Возвращается все положение в этой вот этой самой кнопочки. Ну, подробные настройки часов, это в инструкции достаточно там для военных специально все сказано и показано, достаточно просто, в общем-то, стандартно. На оборотной стороне часов написано, что это уникальный дизайн, что это защищенные, водозащищенные часы профессиональные, что 30 метров погружение выдерживает. Все это нержавеющая сталь. Модель NF9024M. Логотип, собственно, Naviforce. И внизу такой девиз, или как там, слоган правильно называется, For Dream. Вот. Ну и тут подписано, кстати, вот стрелочка, все, которые управление, собственно, этими часами. На руке они смотрятся вот так вот. Сейчас посмотрим. Даже для моей достаточно
не худой руке смотрится достаточно солидно. Тяжеленький. Мне нравится вот такой механизм. Ну, мне нравится такой механизм. Значит, ну, если бы я их буду носить, мне придется убирать там одно, наверное, звено или два. Ну, здесь вот есть, вы видите, на ремешке стрелочки, которые по стрелочке просто убивается замочек, и ремешок уменьшается. Сам ремешок, ну, судя по звукам, наверное, металлический. Как он себя поведет в дальнейшем, краска или это другое какое-то напыление. Скорее всего, краска, это все обдерется. Вот. Ну, это надо смотреть по эксплуатации. Ну, сейчас ничего не могу сказать. Так, на внешний вид очень солидные часики. Не знаю, чего там придумывают на этих форумах. Китайщина. Достаточно качественно они делают. Navi Force не могу найти. Кстати, вот вопрос к моим подписчикам, к моим зрителям, да и тем, кто просто пришел ко мне в гости. Как мне находить, кто производит данные часы? Я облазил очень много сайтов, пытаясь найти производителя реального, что завод там или это фабрика, но, к сожалению, найти не смог. Все ссылки, которые я попадаю, обычно все это сваливается либо там в AliExpress, либо еще куда, где не продаются. Самого производителя нет. Вот, если кто-то мне поможет, я с удовольствием буду рассказывать еще о производителе этих часов. Кстати, такая мысль меня посетила. Нашел материала по часам, собственно, могу потихонечку рассказывать. Если это интересно моим зрителям, с удовольствием расскажу о том, как появились часы, может быть, как принцип работы. Так, чисто, скажем, для ликбеза такой. Я не специалист в этом вопросе, но, по крайней мере, какие-то материалы есть, поэтому можно с удовольствием это рассказывать. Если это интересно, конечно, будем рассказывать. Вот, поэтому, если интересно, вот, про историю часов я с удовольствием расскажу. Тем более, что, говорю, материала нашел много. И если вам это интересно, будем говорить, рассказывать. Вы спрашиваете, задавайте вопросы. На какие темы можно поговорить. И, кстати, смотрите, какие часы, может быть, можно заказывать, посмотреть, какие будут вам интересны. С удовольствием их закажем, посмотрим, а там уже разберемся, что как с ними делать. Мы остаемся на волне китайских недорогих часов. Задавайте вопросы, спрашивайте, присылайте примеры, помогите там в поисках производителя, потому что это интересно. Очень хорошо мне помог мой подписчик, который дал большую ссылочку о том, где делают часы определенной марки. А, Мигир. Да, вспомнил. Часы Мигир. Оказывается, да, действительно, у них японские механизмы, и они, собственно, продают их практически по себестоимости для того, чтобы просто завоевать рынок. Вот на данный момент так. На этом будем заканчивать. Смотрите, приходите, подписывайтесь, задавайте вопросы. Всего вам хорошего. До свидания. До новых встреч.